إن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فيه الحث على وقاية النفس والأهل من النار والسبيل إلى ذلك أن نتعلم ونعلم أهلنا الأمور الدينية فإذا تعلم المسلم من علم الدين القدر الضروري الذي لا بد منه لكل مسلم بالغ عاقل ثم طبق ذلك كان عاملا بهذه الآية ويكون قد وقى نفسه أي حفظ نفسه وأهله من عذاب النار. Значит, данные аят «Я айюха ладина аману» обращение к верующим «Ку анфусакум» оградите себя «Ва ахликум» и ваших родных и близких «Нара» от ада. В этом аяте есть требование, чтобы мы остерегали себя от мучений и наказаний в аду, от попадания в ад. Каким образом? Как мы объяснили на основе речи пророка и разъяснений теологов ислама, через набор религиозных знаний. То есть человек сам должен набирать религиозные знания и должен научить своих близких. Он ответственное лицо перед женой и перед детьми, как минимум. Он должен знать и должен научить их и требовать от них соблюдения этих религиозных вопросов. То если человек, как мусульманин, набирал то необходимое, достаточное для него религиозные знания, чтобы поступать ежедневно на основе этих знаний, то такой человек себя оградит от мучений и наказаний в аду. Он сохранил себя от попадания в ад и тоже по адресу своих членов семьи, как он должен поступать. أما إذا أهمل التعلم فإنه لا يدري ما يصلحه مما يفسده فيقع من حيث لا يدري في المهالك ويعمل أعمالا يظن أنها من أعمال أهل النجاة وهو عند الله تعالى ليس له من ذلك العمل حسنة بل هو آثم لدخوله في الأمور من غير أن يعلم ما أحل الله منها مما حرم فمن لم يتعلم أركان وشروط ومبطلات الصلاة مثلا قد يحصل منه ما يفسد صلاته من غير أن يعلم فيظن أنه صلى صلاة صحيحة وهي عند الله فاسدة لا تبرأ ذمته منها ويسأل عنها يوم القيامة. Если человек не набирает данные религиозные знания, пренебрегает данный вопрос, то он в результате не знает, как поступает, что правильно у него и что неправильно у него, что он делал в соответствии с религией и то, что делал, потому что видели, что другие так и делают, как некоторые. Бисмиллахи ррахмани ррахим не умеет говорить, вуду не умеет делать, намаз не умеет делать, пост неправильно делает, ездит на хадж, тратит большие суммы денег и так далее, и в результате возвращается оттуда, набирали грех, вместо того, чтобы очистить себя от грехов при соблюдении хаджа. Потому что хадж имеет особенность. А некоторые ездят как туристы туда, думают о том, что какой товар продавать, что там покупать и ходовой у себя. А знания не имели. Ислам не возражает, чтобы ты занимался торговлей, но ты ездил для хаджа, то намерение твое и при выполнении хаджа, правильно делал ритуал или неправильно, то кто поступает согласно этим знаниям, то такой человек, он именно оградил себя от неприятностей. Иначе он не знает, что полезно ему и что вредно ему. Он может что-то делать и думать о том, что его дело благое. И думать о том, что он будет спасен благодаря тому, что он совершил. А на самом деле он не заработал вознаграждение за деяние, а именно заработал грех. Потому что поступил неправильно, не на основе знаний. Некоторые говорят, главное намерение. Намерение нужно при выполнении благого дела. И для того, чтобы иметь вознаграждение за это. Но это не значит, ты имеешь намерение делать и благое, а делаешь и плохое.
Нет. Должен и делать благое, и тебе нельзя делать плохое, а чтобы иметь вознаграждение, надо, чтобы твое намерение было исключительно, искренне ради Аллаха, табарака ва тааля. Поэтому тот, который не набирал знания, какие базисы, составляющие части выполнения намаза, или какие условия для того, чтобы намаз был действителен, и какие обстоятельства нарушения намаза, то может и поступать некорректно, и намаз его недействителен. Как вы знаете, есть хадисы пророка, который говорит об этом, что человек может и ночами делать движение намаза, а в течение дня отказывается от еды и питья, думает о том, что держит пост, а на самом деле он только усталость получил, и он сон не имел, а то, что делал, не дает ему вознаграждения, потому что не в соответствии с шариатом. Поэтому такой человек, он может и делать по внешности намаз, а его намаз недействителен. То несмотря на то, что он и делал эти движения, но раз его намаз недействителен, то этот намаз обязан еще делать повторно, потому что на том свете будет отвечать за этот намаз. Это не только то, уже по счету уже делали, нет. Если это недействителен, то намаз недействителен. Поэтому мы говорим, те, которые говорят, вот это мечети ближе, или там есть друзья, меня приглашали, я пошел туда, а он за кем стоит выполнять намаз? Если он потом узнает о том, что данный человек, который стоял в образе имама, он сектант, то намаз недействителен. А те, которые стояли за ним намаз, то их намаз тоже недействителен. Потому что их намерение, что они следуют за имамом. А у имама намаз недействителен. То придется им повторять все эти намазы. Поэтому не надо говорить, какая разница, там тоже джамаат. Какая разница, но там ближе, мои друзья там. Должен знать. Когда проповедник выступает и говорит хутба, о чем говорит? Когда стоит имам и читает аль-фатиха, правильно он и произносит или неправильно? Это знание должно быть в соответствии с религией. Если хочешь идти к любому врачу, это одно дело, это не такая беда. Но ты не идешь к любому врачу, не говоришь, это мой сосед, ближе, зачем мне добраться далеко? Некоторые ездят в другие страны, платят большие суммы денег, чтобы сохранить свою жизнь. Но все равно будет и смерть, а вечная жизнь на том свете. А ты думал, как сохранить вашу жизнь на том свете? По вопросу религии ищет как легче, как и проще, и оправдает. Некоторые сейчас говорят, я через телевизор иду за имамом и джума провожу. Но из-за невежества не поняли, что такое намаз коллективный или намаз джума. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, саллу кама раайтумуни усалли, раваху аль-Бухари. Валя сабиля ли маарифати кайфа кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юсалли, илля биттааллюми. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: выполняйте намаз таким образом, как и вы видели меня, как я сам делаю намаз. Это значит, мы как должны делать намаз? Должны спрашивать тех, которые слышали от предыдущих, как намазы пророк делал, что сказал, как надо стоять, какие слова говорит, какое направление, какое время. И те, откуда получили, так по цепочке от предыдущих поколений до времен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы говорим, «Иннама аль-ильму бит-та'аллум, валь-фикху бит-та-факху». Набор знаний идет именно из уст в уста, от достоверных лиц, которые сами получили знания таким образом и передают, не сочиняют новые религии. Передают те знания, которые они получили. А если не знает ответ, не обманывай. Говорят, мы ответ не знаем. Будем спрашивать.
Если великие теологи ислама не отвечали на каждый вопрос, а кто мы такие? А сейчас не успеешь задать вопрос, уже ответ есть. На основе чего? Слышали когда-нибудь, что кто-то сказал, я ответ не знаю? Это изредка, только те, которые боятся Аллаха, говорят такое. А некоторые думают, как сейчас люди скажут, опозоришь себя? Нет, отвечает. И говорит, мне кажется, по-моему, это религия. Это религия. То пророк это сказал, соблюдайте, как и вы видели, как я и соблюдаю намаз, передал данный хадис Аль-Бухари. И нет иного пути для того, чтобы знать, как соблюдали пророк Мухаммад свой намаз, без набора религиозных знаний. نحن المسلمون ينبغي أن نتمسك بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا بما يعود علينا بالخير والصلاح في الدنيا والآخرة وأن نتفقه ونتزود من الأحكام الشرعية حتى نفيد أنفسنا ونفيد مجتمعنا وأمتنا ونكون على حذر وانتباه وإدراك Мы как мусульмане конечно, должны держать верный курс. Это курс нашей религии на основе тех знаний, которые одобрены Аллахом Субхана ва Тааля. То есть, как учил сам пророк своим сподвижникам, и чтобы мы привыкли именно делать благое, чтобы мы именно работали на то, что благое для нас в этой жизни и на том свете. И это будет когда набираем религиозные знания, когда узнаем законодательство ислама, какие ритуалы есть и как соблюдаются эти ритуалы. И чтобы побольше обогащали свои знания и получили то, что поможет нам в этой жизни и нашему обществу, и нашей общине. И при этом должны быть внимательны и остерегать себя от любой информации. Сейчас в Google есть информация, в Яндексе есть информация, и любой пишет любые информации. Может, это сектанты, может, это философы, может, это представители другой религии, может, это хорошие люди, но в наборе были ошибки. Или кто-то смог войти на их файл и изменить это содержание. То как вы можете именно достовериться о том, что все верно и правильно. Поэтому трудитесь, идите к тем, которые дают знания. Не самостоятельно, через WhatsApp уже получают информацию. Ему нравятся первые три строки, а уже дальше не читает, текст большой, отправляйте своим друзьям. А что там написано? Не читал. А может и вначале правильно, а там в конце неправильно. А люди доверяют, а ты отправил. А люди уже думают, что раз ты отправил, наверное, это так. А кто отвечает? Каждый из вас отвечает. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Нет иного места пребывания после смерти, кроме того, что при жизни сам строил себе. Поэтому, если при жизни строил тебе то, что приятное, то после смерти находишь то, что тебя обрадует. Инна тааллума илма ад-дин мин аалимин сикатин вариин насихин ла юадди иля аль-балахи валь-джунун. إذ لو كان الأمر كذلك لكان الصحابة أول من جنة لأنهم أفقت أمة النبي صلى الله عليه وسلم بل إن تعلم العلم الشرعي يصقل العقول وينور القلوب وما أجدر الآباء والأمهات أن يحثوا أولادهم على ذلك حتى يشبوا على طاعة الله بدل أن يهتموا بدراستهم الدنيوية فقط وما أجدر الشباب أن يقبلوا على علوم الدين والنهل منها ليعظم زادهم للآخرة وليبتعدوا عن وحول الخطايا.
Поистину, в наборе религиозных знаний от достоверного, знающего, благочестивого, богобоязненного, дающего верное наставление, ни в коем случае не приводит к глупости или к сумасшествию, как некоторые, к сожалению, думают. Думают, если еще больше и больше будешь знать религию, то бояться, может, и с тобой что-то будет. То если было бы такое, то самые знающие религии – это те, которые получили от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это его сахаба. Это первое поколение, что разве они были сумасшедшими или глупыми? Наша религия дошла до нас и благодаря их труд и старания. На самом деле набор религиозных шариатских знаний даже и исправляет ум человека, улучшает его. У нас были много случаев, когда люди вначале есть такие, которые не соображали, только что приняли ислам, потихоньку то было ощущение сердца. Мы говорили, когда сердце чистое, то уже и органы будут по-другому работать. И, конечно, освещает путь человека. Именно чистая вера, чистый иман. Когда освещается это сердце, то тогда человек совсем по-другому видит эту жизнь и более качественно соблюдает, и более внимательно контролирует себя и ограждает от неприятностей. Поэтому требуется от родителей, от матерей и отцов, чтобы они интересовали своих детей, чтобы эти дети выросли в покорности и соблюдали учение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Сейчас волнуются родители, трудятся, зарабатывают деньги, иногда не отдыхают, потому что репетитор математики потребует такую сумму. Учитель английского языка потребует такую сумму. Волнуется, что надо, чтобы он поступил в университет. Надо, чтобы собрать деньги, чтобы отправить его на учебу за рубежом. Все это прекрасно, если это в пользу этого мусульманина и в пользу этого общества. А ты подготовил его для того, чтобы где бы ни был, чтобы он молился, чтобы он дуа тебе читал. То если нет, то кого ты готовишь? Кого ты кормишь? Человека, который после смерти тебя не узнает, не будет посещать могилу, не будет даже и джаназа читать. Есть такие, которые отправляют умершего на джаназа, а они ждут на улице. И после смерти сидят и думают, что оставил им. Об этом думают. Поэтому родители должны интересовать своих детей, чтобы выросли в покорности и уделили должное внимание на религиозные знания. Конечно, для жизни надо знать какие-то вещи, и надо для общества мусульман, чтобы были инженеры, врачи и так далее. Но если врачи есть, но не боятся Аллаха, для них это кабинет, это бизнес. У него есть разные лекарства от разных фирм. Больной, не больной, бери это лекарство. Или договорись с аптекой, то рецепт такой найдешь в этой аптеке. То что за врач? Боится Аллаха он? Нет. Поэтому нам нужны врачи и другие специалисты в разных отраслях. Но те, которые боятся Аллаха, табарака ва тааля. Те, которые молятся, те, которые волнуются насчет состояния любого мусульманина и думают, чтобы у него было прекрасно, не думают, как использовать его, как сейчас, к сожалению, многие это делают. Тоже обращаемся к молодым, чтобы они именно набирали религиозные знания. Бывает, что есть молодые, набирают знания, а родители далекие. Да? Сейчас это общество странное, то дети, они сами стараются указать родителям путь истинный и спасения. Поэтому думайте о себе и думайте, как именно исправить ваших близких и родных. Несмотря на возраст, и моложе или старше,
то думай о том, что какой запас ты берешь с собой в вашем пути на том свете, и как можешь остерегать себя от неприятностей, от грехов и нарушений. Инна иззатана ва караматана ва такаддумана ва наджатана хия фи тамассукина бидинина ва таалими ррахмати лмунзалати аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям джазаху Аллаху анна ахсана лджазаи. ورضي الله عن سيدنا عمر حيث قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Что можем говорить в заключении? Воистину, наша гордость и наша честь и наше величие, которое мы имеем, и по сравнению с другими мы отличаем себя, что благодаря религиозных знаний и благодаря соблюдению пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Прежде всего, что мы держим религию ангелов, держим религию всех пророков и посланников. Это религия ислам. Наша гордость в этом, что мы крепко держим эту религию. И мы гордимся, что мы набираем религиозные знания. И эта милость от Аллаха Субхана ва Та'аля была ниспослана нам через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому просим Аллаха Субхана ва Та'аля даровать нашему пророку наилучшему из всего, что можно даровать кому-либо из созданий. И да благословит Аллах нашего господина Умар ибн Аль-Хаттаб, который повторял такие слова. Он говорил: мы такие люди. Аллах даровал нам гордость благодаря тому, что мы держим ислам. А если кто-то ищет иной путь для гордыни, то не найдет. Не найдет, пропадает. Ислам именно объединил нас, эта религия. Несмотря на то, что кто откуда-то, и какой язык, и какая нация, и какие традиции, то несмотря на то, что есть это разнообразие, но мы едины. Почему? Потому что ислам и знание ислама объединило нас, и в этом на самом деле наша гордость. Интеха, валлаху та'аля а'лам. Закончился урок, и Аллах воистину лучший знает.